укрою свою печаль глубоко, глубоко, глубоко. А я заставлю себя не кричать, молчать и хранить покой. Но как только я нахожу грибы или к нашей речке бегу с высоты, я знаю, что если б сейчас ты был, то радовался бы ты. Па-ба-пам, па-пам, па-ба-пам, па-пам, па-ба-пам, па-пара-па-пам. И мне не понять, что на том берегу, и как тебя встретили там друзья. Но только знаешь, я тут не могу радоваться без тебя. Па-ба-пам, па-пам, па-ба-пам, па-пам, па-ба-пам, па-пара-па-пам. Так день пройдет, потом ночь пройдет, а потом еще день и еще много дней. Но сделай так, чтоб в какой-нибудь год смогла бы я стать веселей. Па-ба-пам, па-бам, па-ба-пам, па-бам, па-ба-пам, па-ба-ра-па-пам. Спасибо. Ботвиновский был человеком очень веселым и очень не хотел бы, чтобы все тосковали. И надеюсь, что он действительно хочет, чтобы мне стало веселей. Поэтому я расскажу его хохмы. Ну, пусть меня простят родители. Ботвиновский был большой пошляк в лучшем смысле этого слова. И хохмы у него на грани. Вот. Он на спор мог опошлить любую песню. То есть какую песню бы ему ни давали, он опошлить мог любую. Вот. Ну, для начала там вот такие несколько... Несколько его фраз. Вот как называется женщина, которая хорошо выглядит? Она называется «выглядь». Вот. Потом сын уходит, не попрощался. Он говорит: «Ты куда пошел? Вот. А ну-ка поцелуй маму, сукин сын». Вот. Ехали мы когда-то с Шестериковыми. Шестерикова и Катька, у них был медовый месяц. Они едут впереди в машине, мы сзади. И Шестериков все время обнимает Катьку и целует ее, и целует, и целует. А мы сидим сзади, и нам страшно, как он ведет машину. И Ботвиновский ему говорит: «Ты знаешь, Шестериков, я, кажется, знаю, где в твоей машине катализатор». Вот. А насчет опошлить песни, ну, наверное, все знают песню Новиков «Кемельфельд» «В те времена». Но я напою один куплет, чтобы напомнить. В те времена, тогда, в начале, когда мы дней не замечали, да что там дней, нас годы мчали, и золотые имена в морозном воздухе звенели. Их вкус был слаще карамели, и наши губы пламенели в те времена, в те времена. А теперь пародия Ботвиновского. Извините, родители. В те времена, тогда, в начале, едва начав, уже кончали. Лишь только девушку встречали, все отпускали стремена. Мы всех в мечтах переимели, их вкус был слаще карамели, и наши руки пламенели в те времена, в те времена. Вот. И еще расскажу еще одну хохму. Это когда мы были в Песчаном, там был конкурс. На этот конкурс нужно было представиться. А Ботвиновский у нас в Песчаном каждый год был профессором, причем каждый год чего-то нового. В этом году он был профессором филологии. И вот на конкурсе нужно представиться. Вот он представляется, говорит: «Я профессор филологии, работаю на стыке двух наук – математики и филологии». А конкретнее? Ну, конкретнее, говорит, я занимаюсь математической обработкой ненормативной лексики. Ну, а еще конкретнее, значит, вот чем вы конкретно занимаетесь? Ну, вот, говорит, конкретный пример. Есть такой математический прием, как замена двух неизвестных одной неизвестной. Берем две неизвестных, x и y, и заменяем их неизвестной a. Получается абсолютно приличное слово «ай», которое можно употреблять в любом обществе. Ну, и также становятся понятными такие слова, как айкидо, I love you,
Ай-Петри. Вот. И также понятно, что в штате Айдахо едет крыша. Вот. А в штате Айова вообще как-то все не очень хорошо. Вот. Ну, а еще, говорит, есть такой математический прием, как опускание константы. Константа π, 3,14, она опускается. И получаются такие приличные слова, как вот «сдец», окончание мероприятия, или «сдун», человек, говорящий неправду. А также в авторской песне это уже давно употреблялось. Например, такие песни, как «Солнце не будет, сди, не сди». Или «сдец вам не равнина», «сдец климат иной». Вот. Он это все придумал за 15 минут, пока купался в море. А я думала 2 дня и пыталась хоть одну песню тоже придумать. Ну, придумала. «Сдят усталые игрушки, книжки сдят». Вот. Все, на этой оптимистичной ноте спасибо.